А спонсор сегодняшнего показа CSGO Nice Jackpot для лучших. Ссылочка в описании, короче. Всем привет, ребят, с вами Акул, и сегодня я купил 10 хрома кейсов, это опять очередной кейс опенинг. Боже мой, сколько я потратил денег, это просто пиздец, потому что эти кейсы очень дорогие, 300 умножить на 10, 3000 плюс 1600, это я потратил 4000, почти 5000 рублей, чтобы открыть 10 кейсов, ребят, 5000 рублей, чтобы открыть 10 кейсов, давайте посмотрим, быть может в этих кейсах мне выпадет что-то годное, а в крафтах не везет, может быть повезет в кейсах, и да, первые, конечно, кейсы мне сразу херово выпадают. Я хочу что-нибудь хорошее, Гейб, пожалуйста, дай мне что-нибудь пиздатое, потому что я заебался открывать эти. Ага. Револьвер, ну неплохо, новый револьвер, ребут, кстати. Блин, неплохо выглядит, прям завода? Не, немного поношенный, нормально. Немного поношенный ребут нам выпадает. Неплохо, но я хочу что-то пиздатое, пожалуйста, дайте мне нож. Новый нож, я прошу вас. Я не знаю, сколько я должен сделать кейс-опенингов, чтобы мне выпал нож и выпало вообще что-то годное в этих кейсах. Потому что я уже столько этих гамма-кейсов открыл, что мог уже давно просто взять и купить нож. И копер, копер, пожалуйста. Да, отлично, копер, неплохо, неплохо. Две фиолетовые шмотки за 4 кейса. Это, я бы сказал, один из самых лучших моих кейс-опенингов, серьезно. Блин. Открываем следующий кейс. И в нем выпадает нам... О боже, опять 5-7. Опять, сука, 5-7, вы серьезно? Бля, ну вы серьезно? Одна синева выпадает в кейсах, и это очень печально. Реально, очень печально. У нас осталось 4 кейса. Мы открываем еще один кейс, в надежде, что нам выпадет нож. Но нет, нам выпадает Ironclad P250. Спасибо, Гейб, очень приятно. Но я все понимаю, Гейб. Я реально все понимаю, но дай, пожалуйста, мне, сука, дай нож! На, он дает мне еще статрек эхо. Говорит, на, дедулин дробовик тебе недостаточно. Надо, чтобы киллы отображались на твоем датчике. И каждый раз, когда я буду убивать с этого дробовика, и каждый килл, который будет засчитываться, я буду вспоминать о неудачных кейс-опенингах. Спасибо, Гейб. Два ключа у меня осталось. Всего лишь два ключа, и я уже ни на что не надеюсь. Я просто их открываю. Ну, пожалуйста, ну, блядь! Опять хуйня! Опять, сука, хуйня. Почему полная хуйня мне выпадает в этих, сука, кейсах? Я не понимаю, почему? Почему мне не может нож упасть, а? Сука! Все. Все, ребят. Кейс закончились. Все. Блядь. Да, на этом, ребят, закончился кейс-опенинг. Спасибо, что посмотрели ролик, поставили лайк, но ничего. Я буду частенько делать эти кейс-опенинги. И, сука, нож мне точно выпадет, Гейб, да? Я, сука, не сдаюсь. Я не сдаюсь. Я хочу получить нож, Гейб. Ты понимаешь? Я хочу получить этот нож. Я не сдамся, сука. Я не сдамся. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Поставили лайк, подписались на канал. И заходите на CSGO Nice Jackpot для лучших. Ссылочку найдете в описании. Это моя рулетка по CSGO. Ребят, заходите, играйте. У нас все просто шикарно работает, поэтому... Я там частенько сам играю, но пока что в топ игроков я на 7-м месте, хочу на 1-е место. Кто-нибудь обгонит меня, а? Ладно, все, ребят, всем пока.